Друзья, всем привет! Сегодня будем делать простую в изготовлении, но полезную для мастерской самоделку, которая поможет сэкономить нам немного места. Делал я все из старых обрезков досок, от поддонов или от чего-то еще. Все делается просто, быстро. Желаю вам приятного просмотра. Thank you.
Друзья, получилась вот такая удобная полочка для хранения баллончиков с краской. Раньше краска у меня стояла на полке, занимала полезное место. Теперь она висит в таком удобном варианте, никому не мешает, удобно доставать и все на виду. Также можно хранить не только баллончики с краской, можно хранить монтажную пену, можно хранить тубусы из-под герметика, просто нужно диаметр сделать меньше отверстий. Можно сделать несколько таких полочек и будет хорошая экономия места. Если вам понравилась такая самоделка, то ставьте лайк, нашел идею в интернете, показал, что в принципе это рабочая идея. А в комментах напишите, в каком виде храните краску вы. Она занимает место, может быть, есть еще более какой-то экономный вариант. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!